Новосибирский женский волейбольный клуб «Динамо» ГУВД не смог победить команду из Вологды. В заключительном матче первого круга премьер-лиги наши землячки уступили Вологде Чивакате. Со счетом 63-68 самыми результативными у нас оказались Евгения Финогенова и Фируза Бекметова. По словам главного тренера новосибирской команды Дмитрия Дударева, соперник превзошел их в индивидуальном умении. Отмечу, «Динамо» всего 2 победы в 9 матчах и как результат предпоследнее место в премьер-лиге. Однако шанс попасть в плей-офф у наших девушек есть. Обычно для этого достаточно 3-4 побед в сезоне. Следующий матч «Динамовки» проведут уже в следующем году дома. 10 января они сыграют против «Надежды» из Оренбургской области.